Вас приветствует Алена Ариес. Вы ахнете, что заявит ваш мужчина? А заявит он девочке, что он хочет с вами встречи. И не только. Давайте смотреть дальше. Что он хочет других отношений, другого результата. Чего же он хочет-то? Он хочет какой-то легкости и свободы в отношениях. Ему надоело переживать, волноваться. Да, какая-то вы слишком строгая, холодная. Считает ваш мужчина. И он хочет как-то вот, да, что интересно, не чувственности, да, а именно легкости, свободы. Да, то есть, чтобы отношения его не обременяли. Может быть, вы слишком много от него требуете. Да. И хочет, чтобы вы его не подозревали, не ревновали. Чего еще хочет? Да, хочет очень встречи и хочет перемен в ваших отношениях. Вот такое заявление вы скоро услышите от вашего мужчины. Для детального рассмотрения конкретно лично вашей ситуации пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру или срочно регистрируйтесь на курс «Сам себе таролог». Всего 4 занятия, стоимость 500 рублей.